Еще отдельно хотела рассказать про приступы. В первый день после сеанса у нас было два легких приступа. Они проявлялись в виде помаргивания правого века в течение 5 секунд. Затем во вторую ночь после сеанса Тимур проспал с 8 вечера до часу ночи. Проснулся, был очень бодрый. Вот. На следующий день он отказался спать в обед. Ночью он разговаривал, играл, никаких признаков усталости или недосыпания не было. В эту ночь под утро у него было 5 приступов. Сначала 3 по 10 секунд с интервалом в 5 минут. А после, через час, еще 2 приступа с интервалом в 3 минуты. Эти приступы были сильнее. Они проявлялись в помаргивании правого века. Затем лицо окаменело, как на видео, которое я присылала. И верхняя часть тела напряглась. После них Тимур был очень уставший и изможденный. После он немножечко поспал и снова пришел в себя. Ну, это обычно у нас такое происходит на изменение погоды. В этот день как раз была очень плохая погода.